Шокирующий инцидент в Челябинске. Подростки подожгли бездомных. Один бомж сгорел заживо, второй получил ожоги. ЧП произошло в районе дома 162 по проспекту Победы. Это в районе теплотехнического института. Когда медики прибыли на место происшествия, один из пострадавших был в сознании. Его увезли в ожоговое отделение городской больницы номер 6. Второго спасти не смогли, он скончался. Его товарищ, который выжил, получил ожоги туловища и конечностей второй степени на 40% поверхности тела. Он и рассказал, что поджечь их пытались подростки, видимо, ради развлечения. Сейчас извергов ищут.